Почему мужчина хочет детей, но не хочет жениться? Почему же так происходит? Ну, потому что он хочет детей, но он не хочет их воспитывать. Он не хочет за вас отвечать, он не хочет тратить на вас деньги. Он хочет, есть такие мужчины, они на данный момент, возможно, они еще повзрослеют, возможно, они еще изменятся. Они не готовы для брака, но в то же время он хочет, чтобы у него были дети, он хочет, чтобы их было как можно больше, чтобы их кто-то воспитывал, чтобы их кто-то растил, чтобы на них кто-то тратил. Есть такие мужчины, пусть повзрослеет, пусть поймет, что одного без другого не бывает, или бывает, но очень недолго. И это не добавляет счастья ни ему, ни вам. Пусть взрослеет, пусть проходит время, пусть он меняется или не меняется, это уже его дело, ваше дело, найти себе нормального мужчину, которым вы будете счастливы, который возьмет за вас ответственность, который будет стараться для вас, который будет вам угождать как жене, который будет вас терпеть в чем-то, на что-то закрывать глаза, наслаждаться любовью вместе с вами, наслаждаться вашими совместными детьми, и вы проживете с ним долгую-долгую жизнь, умрете в один день. Ваш психолог Алексей Коваль.